Мы доехали до страусиной фермы. Пойдем, может, на них покатаемся, может, кого-нибудь съедим, а может, вообще на ком-нибудь полетим. Страусы, кабаны, ослы, лошади, олени, зайцы, ежи, еноты и птицы разные. Билеты стоят от 3 до 12 лет 3 евро. От 0 до 3 0 евро. Ну и взрослый 5,5 евро. Дали корм для страуса. Можно будет поесть омлет из яиц страуса и филе страуса можно будет поесть. Наверное, мы их попробуем. Фонтанчик немножко так освежает зрительно. И мы пошли. Да, кстати, разрешили запустить дрон. Если будет что-то прикольное, так, чтобы кабанов, к примеру, погонять, мы его погоняем дроном. Ну а пока идем. Естественно, тут есть какая-то церковка небольшая. Их тут вообще очень много на каждом шагу. Ну и вот они, страусы. Первые по ходу движения здоровенные страусы. К ним подходить так близко не надо. Привет. Потому что животные серьезные. Могут зафигачить, будь здоров. Вот мы их как-то так кормим. Лично я снимаю все это дело на селфи-палку. А жена моя на вытянутой руке. Ребенок хочет дать ладошки. Сомневаюсь я, что это хорошая держи идея. Держи ведро, клади туда. Клади туда. Вот такие держи, товарищи. Одной рукой держи. Близко голову не держи, ну их нафиг. Подходи, не бойся. Лично я их боюсь. Ты горючий. Подойди, не бойся. Такое развлечение, такую мощную птицу покормить. А того давайте подойдем к нему покормим слепенького. Естественно, бегают маленькие страусы. Еще какие-то лежат с красными клювами. Можно покормить, я думаю. Ну, страусы эти маленькие, забавные, бегают, играются, как дети. Смешные. Лучшая сладкая птичка. Едят какую-то кукурузу. Тебе можно? Надо завоевать доверие, мам. Если страусы надоели, а детям все хочется их покормить, можно лечь вот на такие гамаки, в тенечке поваляться, отдохнуть, насладиться криками ишаков. И вот этим непонятным запахом. В общем, страусов тут реально очень много. И мы дошли вот до таких осликов. Ослики вроде добрые. Можно гладить. Вон там странненькое животное, которое называется лама. Оно к нам не подходит. Это, наверное, тот император, который превратился в ламу. Жадный который. О, тут вообще этих ослов полным-полно. Осел-попрошайка. Вот такой вот ослик, второй ослик. О, один ослик второго кусает, типа, уйди. А вон там дальше кабаны. Сейчас пойдем к кабанам. Вот они, кабаны. Это свиньи такие. Лежат себе в тенечке под навесом. Я вообще-то не уверен, что это кабаны, это свиньи. А, написано по-русски кабан. Вот они прибежали все. Думаю, что им там что поесть. Вот еще одна свинья волосатая. А с другой стороны мы увидим верблюда. Вот он. Но с этими товарищами я вообще не дружу. Они плюются, сволочи. Подошла моя семейка, и что-то все кабаны сразу сюда сбежались. Это вообще... О! Ты смотри. Ты смотри какой. Вот ты смотри. Ха. Все хрюкают и воняют. Можно зайти к уткам и козлам.
козликом. Здесь, как вы можете заметить, о, какой прибежал. Кого-то он мне напоминает. Похоже очень. Все, мама, смотри, я его... Смотри, мама. Два козла нас провожают. Но мы их выпускать не будем. В общем-то, на этом весь зоопарк заканчивается. Еще один вольер с ишаком, а с каким-то страусом. Пойдем есть омлет и филе страусиное. Я думал, это ишаки, оказались пони. Два маленьких пони. Это русские, думаем, они пить хотят, а они просто не прочь бы что-нибудь перекусить, наверное. Дальше идет мелочевка, дикобраз, кролики какие-то, петухи, куры. Ну, в общем, весь этот сельскохозяйственный бред. А я иду в ресторан. Прямо здесь, на Триостиной ферме. Вон он. Омлет из страусиного яйца. Дети едят омлет из страусиного яйца. Как ты? Мне. А у тебя как? Ну, очень вкусно. Там его 500 миллионов. Да. Вроде говорят вкусно. Ну и вот наш шницель с гарниром. Будем пробовать, будем кушать. Wi-Fi здесь бесплатный. Запах здесь, ну, не дотягивается этот, то есть страусиный, кабанячий и так далее. Все, нормально, можно кушать. Довольно долго готовилось. Может, это специфическое мясо, которое долго готовится. В общем, поели мы тут. Омлет оказался как омлет, яйцо и яйцо. А сам страус, шницель из страуса, ну, как плохо приготовленный чикен Макнаггинс в Макдональдсе в Балашихе. Мне кажется, иногда вместо курицы нам дают действительно вот такого страуса. В общем, ну, больше я страуса есть не буду. Или нам просто не повезло, что он, ну, не очень вкусный был. Вот, ну, в общем-то, все. А, ну и меню. Меню на русском языке и на немецком языке. На английском почему-то нет, не знаю. Почему? Но мы поехали дальше. Всем пока-пока.